Команда 39-й школы сражается в последней игре перед республиканскими соревнованиями. Со счетом 69-12 сборная девушек в черных футболках обходит соперниц из 29-й школы. Звание лучшей школьной городской женской баскетбольной команды заслужили, выиграв 4 игры. Секрет успеха – дружба. Чтобы команда дружная, наверное, была. Вот. Все слажено было. Нам кажется, что мы играли со своей командой. Ну, вот у нас одна команда, вот у нас третья школа. Вот там показалось, что они сначала вели, ну, выигрывали, а потом мы их догнали и перегнали. Школьная лига КС-баскет проходит в Карелии впервые. Цель турнира – развитие непрофессионального баскетбола. Участвуют сборные образовательных учреждений, а также спортивные кружки. Чтобы дети, учащиеся в школе, могли принимать участие в таких мероприятиях. То есть не только где-то на тренировках, и еще где-то, или просто кружок в школе, а чтобы они могли показать результат, зачем они занимаются и чего они могут достигнуть. Игры республиканского уровня КС-баскет пройдут уже в эти выходные в Кондопоге. Кроме команды 39-й школы, девушек Петрозаводска будут представлять школа номер 3 и 40-й лицей. Мария Бородулина, Константин Николаенко, Михаил Нилов, Вести Карелия, Петрозаводск.